Товарищи солдаты, сержанты, офицеры, прапорщики, вы отважно и мужественно выполняли задачи по защите нашего Отечества. Был очень жесткий обстрел минометный. Товарищи солдаты, сержанты, офицеры, прапорщики, вы отважно и мужественно выполняли задачи по защите нашего Отечества. Был очень жесткий обстрел минометный, и мы шли прямо под обстрелом, прошли переправу. Поступила задача занять населенный пункт. В итоге зашли на минное поле, подорвались, но танк был еще боеспособен, и мы пошли дальше. Вышли на опушку леса, наблюдали и увидели вражеский БТР, подбили его. Да, гражданин прибыл. Поздравляю тебя. Желаю тебе здоровья, самое главное. Спасибо большое. Ну и продолжение побед. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю тебя тоже с награждением. Стреляли по нам, где мы стояли, где мы наступали, в эту деревню. Они били этим минометным расчетом. Прицелился, попал, где сработал у них БК, потом подбил танк. Думаю, что это не первый, не последний. Молодец. Служу России!